Добрый вечер, дорогие телезрители республиканского канала НВК «Саха». В эфире программа «Народный контроль», и с вами я, Дмитрий Аргунов. Участники сегодняшней нашей дискуссии не понаслышке знают выражение «контактная притравка», которая в последние дни вызывает почему-то приступы идиосинкразии у отдельных представителей, у отдельных законодателей, скажем так. Дело в том, что именно с этим выражением, этим вполне таким техническим до недавних пор термином связан прецедент, когда весь народ буквально в едином порыве стал в качестве некого инициатора некоторых изменений в качестве принятия определенных законов, так или иначе связанных с определенными аспектами жизнедеятельности на нашем северном регионе. Мы начинаем программу «Народный контроль. Быть или не быть охотничьему собаководству». Ни для кого не секрет, что, друзья, что... Да, я в подводке сказал, что контактная притравка – это до недавних пор это чисто технический термин, который использовался в основном у разведенцев, которые разводят определенные породы собак. И в силу своей специфики, ну, имеет чисто ограниченное такое применение. Да? Это не массовое явление, когда на городские площади выводят привязанного на цепь медведя и начинают его массово затравлять собаками. Абсолютно такого нет. Ни для кого не секрет, абсолютно, что в нашем регионе, и не только в нашем регионе, Камчатка тоже стоит в одном ряду, Иркутская область, медведи настолько уже привыкли к запаху человека, да? К тем, скажем так, факторам, которые создают хозяйственную деятельность человека, что они выходят на дорогу, чуть ли не конючить идут. Да? Медведи – это опаснейшие хищники, которые каждый год уносят определенное количество жизни в тех регионах, которые практикуют традиционную охоту, рыболовство, туризм даже. Да? И с этим связанный вот этот проект закона, который собирается, скажем, после работы согласительной комиссии, работа которой продлена до 10 февраля, принять закон в том или ином виде. Давайте вот как наш регион, как Якутия наша, да, может повлиять еще раз на качество принимаемого закона, чтобы его потом не гоняли туда-сюда, да, на поправки, потому что поправки обязательно будут. Как сами же российские парламентарии говорят, это абсолютно невыполнимый закон. Давайте вот мнение наших участников начнем. Закир Петровна, давайте с вас. Все-таки вы больше всего сведущие, как работает вот эта согласительная комиссия. Давайте вот. Ну, на сегодняшний день согласительная комиссия, как они утверждают, председатель профильного комитета по природопользованию Государственной Думы, ну и он одновременно является председателем согласительной комиссии, они утверждают на том, что на сегодня как бы они пришли к тому, что контактная притравка будет. Но в том плане, что медведь должен быть без ошейника и без цепей. То есть это определенный вольер должен быть, ну, в определенных размерах, и в этот вольер запускается собака. То есть на сегодня мы видим ее в своем, вот как и она будет работать, то это невыполнимая задача того, что гибель собаки однозначно, но и в то же время этот же медведь, ему всего доли секунды, доли времени, минуты надо, чтобы медведь оттуда выскочил. Он может, да, просто выскочить. И поэтому еще до сих пор как бы они правила, во-первых, если вот такое допустить, что не это не такое явление, которое невыполнимое, да, то и, соответственно, другие правила испытаний должны подготавливаться. Но на это уже это определенное время пойдет. До сегодня это у нас контактная притравка, как они называют, да, это испытание. Получается, тренировка собак, селекционный отбор, ну и племенная работа вводилась, да. И там, естественно, в 73-м году было утверждено правила испытаний и состязаний Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, ну тогда еще РСФСР, да. Ну и далее эти правила испытаний, они усовершенствовались. И также утверждались Ассоциацией Росохотрыболов Союза. До сегодня это была прерогативой общественной организации охотников и рыболов. Это их структура того, что именно по охотничьим собакам племенную работу вводили. И на сегодня мы ее в
видим то, что многие регионы, которые откликнулись на этот законопроект, мы все против, что она никак не может... Якутия не одинока в своем желании, слегка модифицировать проект закона, да? Да. Якутия не одинока. Я хотел бы вначале, пока я не забыл, да, довести позицию наших зоозащитников, которые, я не знаю, может, они сталкивались с животными только в зоопарке, да, либо в каких-либо шоу умилительного плана, либо под животными они понимают только левреты. Они не сталкивались, возможно, с хищниками в родной их сфере обитания и так далее. Они называют это каким-то кровавым шоу, которое призывает остановить. Это их позиция. Это ихняя позиция. Это их позиция. И они мотивируют тем, что видео, вот эти материалы гуляют в интернетах, где-то что-то взятое. Но, возможно, если это взято, то это определенное шоу. То, что у нас есть вот эти испытательно-тренировочные станции, они по всем документам, по всем параметрам, именно утвержденным правилам они проходят. И это далеко не шоу. Там как раз-то при натаскивании охотничьих пород собак, это у нас в основном лайки работают с медведью, там, естественно, оценки, рабочие качества оцениваются, и оценки ставятся именно экспертами не ниже второй категории. И даже я, который поверхностно знаком с собаководствами и так далее, знаю, что есть определенная порода собак. Называются они служебные, да? Они либо работают на наркотики, либо работают... То есть по их логике надо... остановить, скажем так, тренировку вот этих собак, что служебная собака, она какая? Она может не обращать внимания на себе подобного, да, но будет работать на человека. Да. Определенное качество вот такого плана, они выводятся годами, поколениями, да? Да. И всю вот эту работу нужно оставить. Вот человек, который в развитие охотничьего собаководства вложил немало своих лет своей жизни, да, немало своих личных средств. Тогда, Александр, ваша позиция по этому вопросу? Так, по этому законопроекту мы, как работники, которые держат этих медведей, питомник, против этого закона. Слава Богу, наши парламентарии помогли нашим начинаниям. Вячеслав Анатольевич Штыров, 78 наших сенаторов тоже поддержали нас, поэтому... Наш законодательный комитет тоже нас поддержал. Поэтому мы всячески будем отстаивать свои права, будем работать. Мы свои смотрения, наши законы, которые мы хотим занести вот в новый законопроект, уже отправили в Госдуму. Сейчас занимается вот этот... согласительная комиссия, надеюсь, наши мнения учтутся, ну и закон. Александр, у вас очень спокойный тон, да? Давайте я вас провоцирую немного, да? Давайте. Некоторые говорят, это ваш, скажем так, финансовый интерес. Вы на этом зарабатываете деньги, вы на этом делаете неплохие деньги. Давайте мы, что вы можете сказать, используя трибуну национального телевидения, вот тем людям, которые обвиняют вас излишней, скажем так, коммерциализации вот этого явления? Это глубоко не так, потому что... сами понимаете, создавать любой бизнес в Якутии – это в 3 раза дорого, чем в Центральной России. Содержать этих собак, медведей, сколько кормов, сколько забот нужно. Потом зарплату надо выделять своим работникам. Никакой тут коммерции, бизнеса я вообще не знаю. Спросите любого охотника, спросите любого любителя, лайчатника – которые к нам приходят. Это экономически невыгодно. Еще раз говорю, что это не бизнес далеко. Это наша идея, энтузиасты, любители лаек, охотники. Своими силами все это мы сами организовали. И вот в итоге получается, наши депутаты, избранные нами депутаты, стараются это все урезать, закрыть как-то. Я отлично понимаю родение Александра Николаевича за те уникальные качества нашей якутской лайки, да, которые поколениями, столетиями воспитывались в данных животных, да, которые могут
не то чтобы противопоставить себя, просто размерами они несоразмерны. Да? Но, скажем так, в тех или иных условиях, когда либо охотник идет в тайгу, либо туристы, да, сопровождающие группу, именно такие собаки становятся залогом просто выживания. Залогом спасения. Вот давайте спросим товарища Кононова. Да? Как вы видите вот, развитие служебного собаководства, если вот, будут какие-то ограничительные такие меры? Давайте вот, ваше мнение. Ну, если вот, ограничить вот такое, имея в виду ИТС, закрыть, то племенная работа с собаками, ну, все становится. Не то, что племенная, ну, вся охота, считаю. Но мы работа с собаками, ну, охотничьими собаками, все это становится. Потому что у нас сейчас, ну, там на Западе, вот на этих, они же как вот зоозащитники же тоже есть. Но они, видишь ли, они, их финансирует Запад. Поэтому они вот становятся, ну, кто финансирует, тот и диктует. Ну, и вот у нас вот, например, 2007-2008 годов вот начали. Почему мы с медведей начали? Вот почему именно вот хотим вот лаек медвежатников, да? Но у нас, видите ли, из 100 собак одна или две собаки пойдут на медведя. Потому что у нас развелось очень много медведей. Ну, как вы знаете, с каждым годом все больше, больше. Никто, например, эти запреты, лицензии там, штраф по 300 тысяч, например, ты медведя убил, пожалуйста, 300 тысяч плати. А кто? Поэтому охотники, ну, кто-нибудь, они не хотят этого. Ну, кто будет такие деньги? Поэтому вот... По статистике охраны природы, медведей стало намного больше. 17 тысяч медведей. Для одной республики, да, это для, очень для огромное количество. Для нашей республики, где ведется вот, сельскохозяйственные работы, вот, например, оленеводство, та же коневодство, это очень большое количество медведей. Сейчас начнется весной, опять шум, гам поднимется, где-то додрали кобылу. Да, травеж, да, травеж и падение, начнется, падение. Вот поэтому тут, я думаю, надо как-то подойти сообща с охотинспекцией, с Министерством охраны природы. Какие-то моменты, вот весеннее время, когда начинается оттель этих оленей, там жеребята когда появляются, надо какие-то разрешительные вот эти моменты, мне кажется, открыть. И то, что вот на этих ИТСах, именно на медведе, почему у нас только медведи, так как у нас норных собак количество гораздо меньше, и именно вот... Барсуков если... у нас нет попросту. Барсуков да? у нас нету. Ага. Также и кабанов, это специфическое животное, которое мы ее не возим. Да. Поэтому притравки. Мы как бы для контактной вот, натаскивания именно медведь, но тем не менее собака именно обязательно должна быть медвежатником, это тоже неправильное вот, мышление. Считаем мы то, что собака мы выпускаем на медведя не для того, чтобы он просто лаял, да, а он именно выходит по кровному следу медведя. Кровное что значит? Именно по запаху он его находит. И именно не там он ничего не кусает. Обязательно ее работа заключается в том, что она собака медведя должна посадить. Ага, на этом уже посадить. Все. Мы, эксперты облаивать. Уже сразу уже говорят, облаивание, и она садит медведя, то есть уже хозяин забирает собаку. Должен позвать собаку. Не за шкирку там брать, да, а именно позвать. То есть собака должна знать все команды. Это все. Тоже учитывается. И учитывается, это и баллы ставятся именно по оценке рабочим его качествам. Получается у нас более 20 оценок ставится. После всего это суммируются эти баллы. И получается, что мы именно готовим собак, рабочие качества для охоты, именно на животных. Не говоря не только о медведе, но и об остальных. Угу. Далеко не надо ходить, представители Минприроды здесь. Давайте, вот предложение Александра, которое определенный сезон, скажем самое... так, снять ограничения по части... Да, какое-то время хотя бы, да. По части, скажем так, хищников. Ну, волков, медведей именно. Как бы медведь – это тоже охотничий ресурс. Да, и регулируются все вот, виды охоты и так далее, регулируются вот, федеральными законами. Как бы, и мы все действуем в рамках этих законов. Да,
То есть, чтобы что-то надо делать, надо изменить закон, во-первых. Да? Но у нас есть сезон охоты, например, вот весной, есть охота на медведя, это охота на санцепёке, да, вот весенний срок охоты имеется, любительская, например. Также мы всегда оперативно даем разрешение на регулирование сразу, да, если имеется угроза со стороны медведя, возникает угроза, там травеж, там и так далее, угроза жизни и здоровья человека. Вот в прошлом году у нас было 167 решений, мы выносим решение и потом вот выдаем разрешение, да. И добыто 43 медведя. А так вообще... Это по республике, да? Да. И, а так травеж медведями очень большой. И каждым годом 500, растет, между прочим. 520 оленей. Домашних задрано 43 лошади, 25 коров. 5 нападений было на людей. На людей. Да. 3, да, да, да. Да, 3, 3 с нанесением травм. А трагическое было в прошлом году. Там в прошлом году было 5 нападений на людей и один со смертельным исходом. В Жиганске? Нет, в Жиганске это просто нападение было. Травм, нет, охотника он убил. Ага. Охотника он убил. Ага. Потом помощники, родственники этого охотника приехали и добили этого медведя. Это в Жиганске, в Бестяхе? Да, и еще был случай в вахтовом поселке Елга, в Сунтаре, там вообще страшно. Около вот, ну, вахтового домика, да, полка, да, 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 около него там унес человека вообще медведь, ага, сразу. И вот эти бедные геологи там недели не могли выйти с вагона. Угу. Потому что это медведь где-то тут рядом, ну, вообще страшная такая, да, ситуация, да, была, да, там. Вот, да. Ну, в принципе, да, зная вообще, все мы каждый год ходим по ягоды, по грибы, выезжаем каким-то образом, соприкасаемся, да, с природой. Да. Да? Мы знаем, что наш регион это отнюдь не Белгородчина, да? Наш регион отнюдь не там, не Ленинградская область. Конечно. Да. И здесь могут и должны определенные моменты работать слегка иные, да, правила. Да, да, иначе, да, просто... Кажется, да. Вот это должно сработать, потому что 17 тысяч медведей, это во сколько раз? Какие, да, данные 2-3 года тому назад было? Это катастрофа, можно сказать, это, да? Не точно. Тут надо какие-то... Мониторинг медведя затруднен, да? Требует больших затрат в связи с тем, что на него невозможно провести зимний маршрутный учет, потому что он, да, спячки, да, спячки, да, зимой. И поэтому в основном используется анкетно-опросный метод. Кто где видел, да? Да, в основном так. И некоторые вот научные исследования с методом экстраполяции делаются. Да? Ну, то есть это не точные. Но, по идее, надо вести вот научные исследования, вообще, которые вот, ну, как бы финансово имеют, да, большие вот, затратные. Да? Поэтому надо предусмотреть средства, программы по медведю. То есть это требует большой работы, по идее. Все-таки очень хорошо, что и общественность, да, практикующая общественность, и различные общественные структуры, и парламент наш, да, он как бы, я такое единение редко когда видел, да, да, на, да, самом деле. И прочим, очень хорошо, что, да, рабочая комиссия нашего парламента, постоянный комитет, направил вот то обращение в Государственную Думу, на основании которого, ну, сформулирована позиция республики. Елена Христофовна, давайте. Ну, как только было... Была информация о том, что обсуждается федеральный закон, и этот законопроект остановлен нашим сенатором. Мы, конечно, обратили внимание на то, что за закон это, и в чем суть, и что полезного, что такого может в будущем принести этот закон, если при принятии. Ну, сегодня я, например, я член комитета профильного по экологии, природопользованию. И с позиции оленеводов и охотников смотрю на эту проблему. Если вот мы говорим для людей, которые проживают в деревнях, ну, это собака, ну, это как друг человека, а для тех, которые в тайге, это вообще, это средство как член семьи. Член и семьи, это и охотник, давайте... и все. Прошу прощения, что вынужден перебить именно вас, но сразу после рекламной паузы мы вернемся к нашему очень и очень живому обсуждению от того проекта закона, который рассматривается сейчас в Государственной Думе и Совете Федерации. Увидимся.
Мы продолжаем программу «Народный контроль». Я рассматриваем ситуацию, когда беспрецедентную, возможно, впервые в истории, по крайней мере, в моей памяти, когда и общественность, и представители профессионального сословия, и парламентские, и парламент, и общественные организации выступают единым фронтом за определенного рода поправки к проекту закона о... Как он называется вообще правильно? Проект закона? О внесении изменений в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Да, связанную с тем, выживет или нет охотничье собаководство. Да, я вот сформулирую, так понятно, понятно, да, и быстро. Да, понятно, да? И коротко. Мы остановили выступление Елены Христофоровны. Давайте вот еще. И дело в том, что вот этот законопроект был внесен, значит, на рассмотрение Государственной Думы без обсуждения на уровне регионов, как принято по регламенту Государственной Думы. Угу. Если бы этот законопроект поступил чуть пораньше в наш парламент, конечно же, мы обычно обсуждаем законопроекты, которые должны быть приняты. То есть буквально вот в этом фактом поставили, да? Перед фактом, поэтому вот такой резонанс, наверное, получил. И сейчас все обеспокоены тем, что а вдруг этот закон пройдет неправильно, примется. Да. То, что это сенаторами приостановлено, и сейчас дается возможность согласительной комиссии работать над данным законопроектом, это правильно. Работать, да. Но позиция нашего парламента единая, чтобы эти полномочия по этим, значит, станциям, да, этим пунктам были, и вообще правила ведения вот этих пунктов были переданы регионам. Тогда бы мы сами здесь рассмотрели, да, и все со всеми отрегулировали бы. И как там в наших этих районах оленеводов, с позиции оленеводов, да, охотников. Там же у нас этого не Москва, нету, не Украина, этих станций у нас. Да, нету. Ага. Нету. И что, вчера же чуть беда не случилась. А расскажи вот в Оленевском районе. Да, нам WhatsApp сообщение пришло, да? К оленеводам в палатку забрался волк. Поляр. Оленевод чудом остался жив. Застрелил волка. Видимо, больной волк. Нет, собака не обученная была. И потом собак-то сейчас молодые люди не обучают. И вот правильно сейчас сказали, из 100 собак можно одного-двух только признать таким от природы охотником. Генетику его разбудить. Генетику собаки. У каждой собаки, она охотничья. Именно вот когда ведется племенная работа, у его родителей могут быть кто-то в роду медвежатник, кто-то на лося, кто-то на соболя. А если собаку держать, или вот допустим, для городских, или это не говорят только о городских охотниках, но и получается в районных центрах охотники, они же не каждый день же выезжают на охоту, или не каждый день они находятся в природе, на природе, да, получается собака как охранное вот существо, вот оно сидит. И поэтому, когда при станциях, да, вот эта работа, именно рабочие качества вот открываются у собаки, то смело можно сказать, что даже не говоря только о охоте. Это можно только приветствовать. Да, приветствуется. И собака, получается, не только на охоте нужна. У нас же в том году и позапрошлом году получалось, что даже по дикоросы закрывали же, запреты были в некоторых районах, населенных пунктах. То есть можно это хозяева, это не говоря только об охотниках, можно и об обычных жителях. Да, об обычных жителях. Андрей Федорович, вы как человек, который, скажем так, с тайгой не понаслышке знакомы, да? Многие тропы прошли, курируете сейчас туризм в общественной палате. Давайте, вот позиция общественной палаты какова может быть и прогноз небольшой? Ну, я не буду закрываться мнением общественной палаты, я скажу свое лично, мнение. Да. Да. Я вот в чем единственное не согласен с коллегами, мы вообще здесь не должны оправдываться. Вот перед кем мы оправдываемся? Правильно. Мы живем так, как нас диктует нам жить природа, да? Да? Почему какие-то московские ребята должны учить нас жизни здесь? Да? Вот, к сожалению, здесь все гораздо глубже и печальнее. Потому что есть определенная тенденция. Вот им там внутри Садового кольца, вот в модных пиджачках, да, им хочется интегрироваться в европейскую культуру, да? Охота на барсуков. А это, я считаю, это диверсия против национальных культур. Потому что начинать надо с национальных культур. Вектор должен быть направлен в другую сторону. Вот из национальных культур должна складываться некая единая культура, да, которую можно назвать общечеловеческой. Мне кажется, это так.
Потому что есть законы природы, а есть законы, придуманные людьми. Но главное это законы, и мы живем по законам природы. Поэтому будьте любезны, обращайте внимание на нас, спрашивайте, как мы живем. Как могут люди в Москве, которые воспринимают медведя как этикетку на конфетке, которой они закусывают виски, да, сравнивать с людьми, для которых медведь – это опасное животное. Сейчас очень много вообще спекулируется вот на любви к животным. И когда слышишь о таких законах, а что вы вообще так остановились-то? А давайте вообще серьезнее бороться. Вот есть тушенка, да? Для тушенки же надо убить животное, да? Вот давайте, парламентарии, у меня к вам предложение. Давайте издадим закон. Пусть теперь свиньи и коровы будут рождаться прямо внутри банок из-под тушенки. Пусть будет такой закон. Вот то, что я предлагаю, это сродни той глупости, которую мы слышим в этом законе. Ну вот мы сегодня видим то, что охотничьих собак запрещают, но и уже ожидается, когда при рассмотрении в трех чтениях, да, этого законопроекта уже было слышно то, что гораздо большее количество охотников в России, 3,5 миллиона. Откуда они такие цифры взяли? Это имеющие членский билет, да? Имеющие федеральные образца билета. То есть этот билет давал то, что мы сегодня понимаем, что это количество охотников подсчитывали по регионам. А животных меньше. Откуда вот такие цифры идут? И вообще ужесточить закон об охоте. То есть получается, на сегодняшний день это собаки, запрет охотничьих собак, это получается запрет вот этой рабочих качеств, да, обучать собак. Получается, что мы завтра, возможно, проснемся, то, что у нас охота может быть и запрещена. Все к этому и идет. Они не учитывали, когда этот законопроект принимался, они не учитывали мнение регионов, не учитывали. Даже тут, получается, уже нарушили конституционные права законодательных органов субъектов Российской Федерации. И граждан. А к этому, да. И граждан. А к этому нельзя разве придраться и воспользоваться этим поводом? Заставить еще раз пройти вот эту вот процедуру уже по новой и в правильном порядке. Вот я хочу добавить, мы обязательно в ближайшее время проведем общественные слушания. То есть мы позовем людей, которые действительно кровно заинтересованы в том, чтобы у нас была нормальная, естественная жизнь. И мы постараемся, чтобы люди высказались, мы соберем, как-то обобщим эти мнения и постараемся, чтобы нас все-таки услышали. Андрей Федорович, а это можно сделать срок до 9 февраля? Это надо сделать. Это надо сделать? Это надо так сделать. Мы обязательно сделаем. Вы гарантируете? Да. Отлично. Ну и сегодня я вижу того, что на сегодняшний день это прерогатива как бы вот только вот охотничьих собак сказано, да, но получается, когда закон вот в целом об охоте, он работает на сегодняшний день не во всех регионах. Можно сказать, и в нашем регионе он очень слабо действует. А закон сделан не для людей и не учитывается мнение охотников, мнение общественности. Просто сказано было сделать, и все. А оно получается как бы вокруг МКАДа, да? Да. Получается. Но то, что, скажем, у всех было на уме, озвучил... Поэтому я считаю, ему, что надо внести, пришло время. Конечно, сейчас очень много проблем по выдаче разрешений на охоту, также по срокам изменения сроков охоты. Вообще пересмотреть охоты, закон. Да, мы считаем, что глобально, пришло время внести поправки в закон, существующий закон об охоте. Уже с учетом мнения жителей республики, ну и учетом того, что... Роль и деятельность на сегодняшний день общественных организаций охотников и рыболов пора уже возобновлять. Я считаю, что это касаемо только не только об охоте, не только о собаке, но и рыбаки. У нас, получается, вот простые обычные любители, охотники, рыбаки, получается, они остались за бортом. Не пора ли их объединять и действительно не пора ли уже восстанавливать работу деятельности общества и в том плане, что надо внести поправки в закон об охоте. Тогда бы и действительно и работа нормально шла бы, и закон об охоте уже нормально бы работал. Елена Христовна, а это реально вообще инициировать? Реально. Это должна быть инициатива. И с общественных организаций они могут выйти в профильный комитет со своими предложениями,
круглый стол, после круглого стола рабочая комиссия создается и работа над законопроектом. Вот как раз, пользуясь случаем, законопроект можно было вот обсуждается, принимается сессией государственной, направляется по срокам. В районах тоже. Вот эти моменты, все, которые касаются рыбалки и охоты, можно было все вовремя как-то собраться, согласовать. Нет, нет, чисто в этом вопросе я, опять же, какое-то отсутствие логики вижу, да? Еще раз. Приведу пример. Вот я в начале передачи говорил, есть служебные собаки, да? Функция которых охранять, к примеру, заключенных. Для того, чтобы они нормально охраняли заключенных, их натаскивают на людей. На людей. Почему никто из каких-то комитетов по защите прав человека и так далее не противится этому? Да. Почему не говорят, нельзя там нарушать права человека определенного, пусть даже облаченного в защитный костюм и так далее, чтобы на нем не тренировались служебные собаки? Да. Дмитрий, почему? Вы знаете, а еще вот то, что вот именно сегодня защита медведей и животных, да, получается? А собака разве не животное? Они эту вот часть не рассмотрели. Медведь же гораздо 5 раз больше собаки, среднего роста собаки, да? И также уже он 10 раз тяжелее собаки. Он же ее собаку-то в один миг же может порвать. А почему-то вот не жалко же никому собаку. Надо собака человек. Одно время говорят одним устом то, что эти бродячих собак, им жалко, куда-то вот эти на станции свои относят, да? А почему не жалко вот охотничьих собак? Это те же самые собаки. У меня предложение, чтобы сохранить собак и как-то найти контакт с нашими депутатами московскими, давайте пригласим их сюда. И вместо собак запустим к медведю за ограду. И вот посмотрим, как они будут себя вести. Помните полосатый рейс, когда бедняжка он оказался внутри с львом? Вот будет, наверное, что-то похожее. Вот хочется на это насчет посмотреть. Станции, например, да? Почему про воспитательные станции, да? Вообще притравка. Ну зачем так говорить? Мы собак не травим на медведя, мы их обучаем. Обучение? Обучение это идет. Потому что, например... Вот насчет, говорят, племенная работа не нужна. Зачем племенную работу сравнивать с травлей, да? А как иначе обучать найти, вот, медвежатников собак, да? Например, там на испытаниях, например, пусть будет 20 собак. Ну, от 20 собак одна-две собаки будут хорошо работать. И вот выбираешь оттуда самых лучших таких, потом уже от этих собак двух, да? Мы уже идет племенная работа. Потомство. Это очень долгая, потомство, кропотливая работа. На охоту, например, охотник идет без подготовленной собаки. А сколько собак потому что погибало? Нету таких собак. А сколько собак погибает? Вот в станциях сколько собак погибает, Александр? У вас же нет. При мне, в моем станции вообще никогда. У нас в станции охотников сколько собак погибает? На практике гораздо больше. Очень много. У нас на двух станциях вообще не было такого случая, чтобы медведя там собаки порвали. Собаки или могут, собак могут медведь порвала. Нет такого. Такого нет. Да, прежде чем, чтобы вот это вот испытание провести, у нас ветеринары осматривают не только вот у собак. Собаки это не наши, это получается частные собаки, да? И у всех собак есть ветеринарные справки также. У нас это строгий контроль, ветеринарный контроль медведей, станции, да? И перед именно испытаниями обязательно проверка идет. И ни один эксперт не допустит, где медведь больной или что-то такое, или собака больная, чтобы они контактировали, не было такого. Вы говорите, у нас в республике две станции, да? Две станции. Ваше мнение, было ли бы хорошо, у нас же огромное количество и охотников, и людей, которые хотя бы даже по ягоды выходят лес, да? Было ли бы лучше, если бы станций этих было больше? Конечно. Было бы лучше. Да, намного лучше. Хотя бы вот бы так регионально. Конечно. Получается, у нас Зареченский вот обслуживает Кайман станция, и также вот в городе Якутске. Она вот эту сторону, вот центральный район, да? Может, да? Район, да? Ну и можно было бы в Вилюйскую группу районов. Это было бы отлично. Почему севера никто не слышал? Вилюйский, Миконский, Момский, Алданский район. Тут у нас регион очень большой по площади, поэтому тут, мне кажется, вот Тимофеева, да? Она станции говорит, не отбьешься. Тут раз по телевизору выступала. Она говорит, с выколотыми глазами медведя выпускает, говорят.
Она так сказала, просто по телевизору, выкладывая глаза. Вот а как он, слепой медведь зайдет как в этот с собаками, да? Там драться будет. Ну так они показывают даже на норных, вот это у лисы морда вот, завязанная, перевязанная скотчем, и туда собак натравливают в какое-то вот помещение маленьком, да, это получается 2 на 2, на этом помещении собаки прямо рвут вот это лисо. Но такого ни один эксперт не допустит. По норным собакам тоже есть свои нормативы. Поэтому мы считаем, что это бред какой-то. Мы вот в Москве охотхозяйства были. В Москве. И вот на других охотхозяйствах были. Я был там, участвовал. И ни разу не видел там выколотыми глазами медведя, когтями вырванными. Такие лису, скажи, зубами, клыками вырванными. Я ни одного не видел. Ясно. Хорошо, Александр Васильевич, давайте подытоживая наш разговор, к сожалению, 40 минут уже проистекают, да? Я желаю всем, и парламентариям, и общественникам, и тем более представителям профессионального сообщества, да, которое задействовано в процессе, том, в котором тысячи и тысячи мужчин вовлечены, да? Это охота, рыбалка. Огромная, да, сила. Чтобы все ваши усилия были не напрасны, и чтобы, скажем так, те органы законодательной власти, которые сейчас отвечают за принятие вот этого закона, обязательно прислушались к вашему мнению. Я не думаю, что Якутия одинока. Есть Камчатка, есть Иркутская область, есть Алтай, Новосибирская область, многие-многие другие, которые рассуждают вполне здраво, вполне... Их жители тоже ходят в лес, да, и там, возможно, могут столкнуться с медведем. А почему мы берем качество медведя? Извиняюсь, у нас барсуки, как Александр Васильевич говорит, не водятся, да? Нет, ну, извините, да? У нас водятся полярные медведи, волки. Медведи. У нас водятся медведи. Проблема, да? Медведя. Да. А проблема медведей это не только в России. Сейчас проблема медведей у во всей России. У них медведей нет. Леса-то нет у них. По всей России. Откуда медведи? Кстати, тоже и в российской, центральной части России такая же беда. Хорошо, давайте мы продолжим наше обсуждение уже в социальных сетях, поскольку многие из нас являются активными участниками. И еще раз, срок остается до 10 февраля. Вначале, до 9 февраля. В неделе мы проведем общественное слушание. Общественное слушание уже, и все участники с охотой примут участие в этих общественных слушаниях. Я благодарен всем нашим участникам. Закира Петровна, отдельно вам спасибо. Елена Христофоровна, Андрей Федорович и уважаемые представители профессионального сообщества, товарищи с Минохраны природы. Это была программа «Народный контроль», которая рассматривала беспрецедентный случай, когда все буквально как один встали за отстаивание тех интересов жителей республики, которые не на словах от нее, и не в зоопарке, и не в виде фантика на конфиске, сталкиваются с ужасным хищником, медведем, который в своей стихии в тайге способен на многое, на ужасные вещи. Программа «Народный контроль». Увидимся ровно через неделю.